Фудзивара все-таки сумел меня подпоить. Ох. Дышать можешь? С трудом. Неужели все дамы такое носят? Тебе трудно дышать? Тебе очень к лицу эти вещи. Кажется, я начинаю понимать, что хотел сказать граф. Твое лицо. Каждую ночь в постели я буду его вспоминать. Госпожа, мне неловко. Да. Да, мы и впрямь куклы горничных. Когда я расстегну все пуговицы и распущу корсет, пара ее голубок выпорхнет наружу. Они такие нежные, мягкие. И будь я как прежде воровкой, моя рука скользнула бы ей под одежду. Госпожа, а вы правда выходите замуж за дядю? Он меня вырастил, зная, что ему понадобится мое состояние. Во Франции есть один коллекционер. Он намерен продать свою библиотеку на аукционе. Даже прибыль от золотого прииска не покроет ее цены. На его месте я продала бы все книги и купила золото.